Смотрите. Приступим к самому. Постойте-ка. О, включаем. Офигеть! О. Так вот, небо меня немного беспокоит как-то. Слушайте, вот с небом, конечно, что-то не то, а вот в основном детали отличные. Монстры, да просыпайтесь вы уже! Смотрите на это чудо в конце-то концов. Нужно быстро выводить... Чёрт! Да не ори так... И так слышу. Да. И ты давай туда, следом. Куда делась картинка? Слишком уж много этих штук. Там действительно заполнено. Это были всего лишь лаги. Хотя так, чтобы вывести... Опа! Эпическая чехарда. Господи, что с ней? Вот теперь уже как-то вроде... Спорят? А, ну логично. Представляете, эпическая чехарда есть еще на этом, на острове Янтаря. Сейчас покажу вам эту штукенцию. Грузить. О, спорит доступен. Вау, все такое хорошее, все такое круто, крутое, да. И редкий карабас на огненном убежище. Ладно. А я что-то не понял. Что-то на острове Янтаря не сказано, то что тут есть этот эпическая чехарда. Но проверить все-таки можно, как-никак. Эпические 0 из 9. Вот, чехарда эпическая. Сейчас кто-то еще туда добавили кого-то, наверное. Не понял, что за табличка. Посмотрим на инвентарь. О, две трубочайки. Нормально, да? Что это за манеры? Одна суза, 4 шнобеля, 2 ловотеки, 1 риф, 2 тукидны, 4 соленица, 6 устолосов, 5 лопак, 5 смычерогов, 6 лягашек и 1 шерстибель. Не, ну слушайте, ну что это за манеры-то в конце концов? Не шелести мне тут. Ляна. А все-таки мне не показалось. А вот у меня уберчи действительно есть новые монстры. Нет, карабас, вот он. А ни на кого-то так-то нету случайно. Ни на кого. И так и знал. Все знал. Да уж, вот это. Это что сейчас было? Не, ну это видели, да? Что сейчас было?